Вечером тут тоже прикольненько. Это я вот иду с катка. Сегодня припозднился. Ну и с учетом того, что трансляцию не сделаешь прямую. Как бы вроде как дела были целый день. Пока катался, конечно. Не до съемок было, потому что народу много. А сейчас, ну, можно показать. Красивые вот скамеечки всякие горят. Пятница, вечер. Как ни странно, народу прилично. Особенно молодняка. То есть забит каток. Ну, сейчас покажу. Ой, блин, устал, морда красная. Выдул весь чай почти. Ну, хотя людей попои тоже. Страждущих. Вот какие. Гуси-лебеди здесь вот не горит. Ну, видно, что красиво, да? Сегодня аж два раза заливали. Лед просто изумительный. Наточенные коньки. Ну, а сейчас что-то народу меньше стало, видно, схлынуло. Вот была толпа, или все туда укатились. Вот так вот в Комсомольск веселиться. Завтра будет битком, толпа. Не факт, что я пойду. Болеть будут ноги. Все-таки не совсем здоровье стопроцентное еще. Как бы, ну, на одном костыле можно. Наши небоскребы 12-этажные. Аж 12 этажей. У, какие высокие. Самые высокие дома в городе. По-моему, две 14-этажки есть и все. И хватает нам этого фэншуя. Куда нам выше? Тачки вон какие. О, герб города. Ой, видно плохо. Сейчас, секундочку. Чересчур ярко засвечивает. Сейчас сменится панно. Так, нифига не получается. Контраста нет. То медведь был, то наш человечек комсомольский. О, медведь сейчас. Вообще нифига не видно. Человечек. Ну вот, панно вот оно не видно, пересвечивает. Не знаю, на какое расстояние надо дойти. Почему-то камера его не берет. Как-то она его воспринимает чересчур. Раздражает он. Спектр. Организация спектр. Ну что, ребят, я хочу сказать, что трансляции не будет. Как минимум 3 месяца эти твари удалили все. Я могу, конечно, на другом канале продолжать. Ну, как бы, ладно. Лишний раз показали, кто наши друзья. Все, что я говорил, это очень близко к правде. Напоминаю, что сегодня 25 число. Они даже, видите, курс валюты вниз отрисовали. То есть, как бы, типа рубль укрепляется. Но это все чисто замануха. При этом куча людоедских законов всяких уже сделано. Уже даже по телефонам сегодня ублюдок какой-то там. Регистрировать телефоны и так далее. Платить этим блядям за то, что они не делали. Которые не имеют отношения ни к разработке интернета, ни к разработке телефонов. То есть эти бляди хотят денег просто за то, что они есть. Ну, а я думаю, что им надо каждому по фонарю, по веревке с мылом. Хотя лучше бы, конечно, веревку вычистить. Пусть сами притаскивают с их семей. И конфискацию, блядь, у их и всех родственников. Не ближайших, а, блядь, двоюродных, троюродных туда включить, чтобы не обидно было никому. Ладно, с вами Юрич. Вот это здание такой сортир, кстати. Но не работает. Огоньки горят, но как бы работает только в праздничные дни и выходные. В некотором роде театр абсурда такой. Все, иду я домой. Тепло сегодня. 12 градусов мороза. Ну, сейчас похолоднее. Ну, как бы. Вон там горит вечный огонь. Если видно. Не видно. Ну, ладно. Люди вон бегают тоже. Ой, хорошо. Еще на вечер пачка дел всяких. Так что
Вон отличный огонь. Вот такой вот мой город. Вроде в нем ничего необычного нет, но что-то в нем есть такое, что завораживает. Несмотря на весь его примитивизм, совок заставляет как-то к нему возвращаться, не знаю. Есть в нем что-то красивое. С людьми напряженка как бы, ну ладно, это все переживем.